В зале администрации Кашхабльского района состоялась церемония вручения награды родственникам погибшего военнослужащего. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ордена мужества посмертно был награжден прапорщик Рашид Иванович Талдеев. Государственную награду передал семье погибшего глава района Заур Хамирзов. Рашид Талдеев отправился в опасную миссию в качестве добровольца. За его плечами долгие годы службы в органах внутренних дел, неоднократные командировки в горячие точки. В трудный момент он снова встал на защиту интересов нашей Родины. Заур Хамирзов выразил слова соболезнования родным военнослужащего. Обращаясь к ним, глава района подчеркнул: «Защищая свою Родину, Рашид Иванович проявил мужество и смелость. Безусловно, утрата невосполнимая. Мы скорбим вместе с вами.